Всем привет! Вы на канале Сурнув Никита, и мы продолжаем играть Спанч Боб. Сейчас вы можете удивиться, если вы, конечно, смотрели прошлую серию. Сейчас вы можете удивиться, а что происходит, где он находится? Я что, пропустил серию? Нет, это я, Дуралей, забыл записать ее. Точнее, я ее записал на телефон. А то, что... геймплей я не записал. И получилось так, что... Короче, я обосрался люто. Но могу сказать так, что я не сильно много пропустил. Ой, точнее, вы не сильно много пропустили. Сейчас вот вы посмотрите, как я катаюсь. В общем, задача такая у меня сейчас. За Спанч Боба... Так, надо сбить еще вот эту хрень. Нужно очень быстро спуститься вниз. И тогда я получу лопатку. Так, ну, в общем, ба-ба-ба-ба-бам. Принять испытание. За 110 секунд я должен как-то... Я не понимаю, как на самом деле это сделать. Потому что вроде никаких ускорений у меня нет. Плюс надо сбивать... А, да. То есть все, вот, 100 секунд. А, да. А, да? Короче, вряд ли мы и сейчас это сможем сделать. Очень бы хотелось. Ну, в общем, наша задача... Сдохнуть, что ли, я не понимаю. Вы проиграли, попробуйте еще раз. Ну ладно, ладно. Я не играл дня 4, наверное, в Спанч Боба, я уже разучился. Так, кстати, надо А на телефоне я включил. Вот вопрос. Так, возможно, надо куда-то сюда выехать. Сейчас будем все обходные пути искать. Чтобы было быстрее. Не, ну без обходных путей тут никак. Стопроц. Ну, давай сюда, ладно. Ну, давай сюда. А, я забыл принять вызов. С вами Костя Павлов и Макс Брандт. И это наше шоу «Вызов». Один? А, мне нельзя сдохнуть еще. Дохнуть нельзя. Мне сейчас придется все заново делать. Ну, тут 100% надо, ну, много раз скатиться, чтобы всех снеговиков заюзать. При этом еще и не умереть. Ну давай сюда. Ну давай сюда. Это Красти Краб. Так. Все равно, мне тут не хватает буквально, блин, полсекунды. Что-то там секунды две мне не хватало, чтобы доехать до конца. То есть что-то как-то... Нужно запотеть прям. Вот тут вот, оп, вниз. А там еще ниже можно. Нет, погиб. А, тут контрольная точка есть, лол. На самом деле я бы хотел тут погибнуть. Чтобы начать все заново. Так, сундук. Вот как его... Ладно, не, короче, все, я поехал вниз. Можно умереть? Да не надо мне контрольных точек. Я просто хочу умереть. Ну вот, они могут атаковать? Нет. У меня нет никаких кнопок, типа ускорения. То есть я не могу как-то ускориться. Очень... Очень необычно для всего этого. Ладно, что-то надо раздуплиться немножко. Блин. Блин. О, кстати, есть вариант умереть побыстрее. Так, вот, ну и куда это меня? А, what? Супер комбо. Говнёмбо. Так, и вот финиш у нас получается. Что-то это на каком-то сложном, не знаю. 110 секунд. Спринг-бринс. Где тут? Коробка.
Опять грузим ящики. Ну, погнали. Так, тут снеговик тоже, его надо сломать. Все, 4 снеговика есть. Let's go. Все, главное, кстати, не умереть. Как бы доехать, но не умереть. Было бы хорошо. Ну, было бы вообще прекрасно. То есть я могу только вправо-влево жать. Все хорошо. Настолько далеко? Я погиб. А как так? Ну, короче, вот этот сложный. Но тут, если я приеду просто за 110 секунд... Все, меня бесит все. Все, никаких снеговиков. Просто 110 секунд, и я дома. Ой, я дома. Привычка с работы. Я там, когда уже все не могу работать, я говорю, так, все, я через 3 минуты дома. Да блин! Ну как заполучить эту ракетку, лопатку? Тем более, тут только начало вот это сложно. Вообще, кстати, может, не надо бить дураков этих. Тут только начало какое-то лютое. Ну как? Окей, сюда. Сюда. Окей, сюда. Так, тут никаких обходных путей нет. Точнее, они могут быть. Целая минута, вот просто посмотрите на это. Трэш какой-то. Maybe, baby, maybe, baby, baby. Окей, окей. Как думаете, я справлюсь? 40 секунд, кажется, да блин. Нормально еще времени. А нифига, сейчас опять... Блин, я уверен в 50 тысяч процентов, что сейчас опять не успею секунды на 2. Да не, даже больше. Я еще очень далеко до финиша. Ну, сука. Очень далеко до финиша. А нахрена я... О, это ГГ. Что-то это место прям... Все, ладно, последняя попытка, и все. Пойдем дальше. В принципе, сюжетный я прошел. Есть. Есть. Тут нет никакой ускорялки. Это печально. Сократить бы путь где-нибудь. Хорошее место где-нибудь, чтобы сократить путь. Все, ладно, я пошел отсюда. Это невероятно, но факт. Короче, тут локация, она из всех этих гонок состоит. Что-то не получилось. Чисто состоит из гонок, кстати. Сюда. Теперь мне нужна комната 3. Вон она. Вот она. Ничего, и платить надо.
Не, ну все. Все верно. Все реально жизненно. Вот приезжаешь на курорт, и вы что там, типа, деньги не тратите? Я быстрее ветра. Рекорд по спуску с горки побить невозможно. Но я дам тебе золотую лопатку, если справишься. Ну-го. Все. Погнали. С первого раза пройду. Потому что я уверен, что вторая карта самая сложная. Ну тут, ну тут где сложность? Дайте сложность. Ого. Ладно, интересно. Очень интересно. Ну пока легко. Пока очень легко. Я не знаю, что здесь должно появиться. Чтобы было сложнее, чем там. Возможно, только знание каких-нибудь... Что там, как будто сзади меня что-то есть. Как... Ну, а, вон оно. Вот оно, да. Воу. Тихо. Ладно, это сложно. Ну, твари. Мраза, твари просто... Давай, говнарь. Я тебя сейчас сделаю. Ладно, нам хотя бы просто спуститься потом было бы классно. Так, я видел там трамплин. Как будто можно сразу на него упасть. Какое вонючее начало они сделали. Но это как с тем шаром, реально. Ты просто ждешь. Сложности лучше в начале сделать, чтобы они так, ну, не напрягали. Вот это сложность. Все, короче, ладно. К нам бы хотя бы просто спуститься. Хотя бы было бы просто спуститься, было бы классно. Ну, как тут это сделать? Так, это носок. Окей, носок есть. Присутствует. Все, нам просто спуститься. Никаких испытаний, просто спуститься. Плевать на скорость. Ну как? Ну как? Все, последний раз. Я не уверен, что этот трамплин полезный. Возможно, он бесполезный. Ну, вот бы туда, оп. О. What? О, сюда, ладно, сократили. Я думал, меня сейчас это откинет на обратно. На самом-то деле. Все, насрать. Оп, оп. Я не знаю, вот это то, что мы врезаемся, это хорошо или плохо? Ну, в плане, это замедляет нас или нет? Вот, типа, тут это замедло. Так, бам, бам. Тут. Есть. 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 Есть! О! Страшилка, блин. О! На секунду показалось, что далеко. О! Чё за газ? Ой! Не, с первого раза было бы сложно. Было бы сложно это сделать. Ну ладно. Не знал про газы. Блин, рано. А, рано. О, не рано? Не, кстати, я могу лучше сделать. Я просто рано упал. Гоу.
Вот тут надо. 109. Ну, тут бы знать еще, где, где можно это сделать. Ладно, это Гудислав. Блин, музон такой драйвовый. Вот она. Я могу типа вот сюда повернуть. А, и тут у нас проблема в виде вот этих взрывчатых пчелов. Окей, это сокращает нам путь. Тоже такой неплохой. Блин, из-за тумана войны этого ничего не видно. Вот сейчас будет жесткий момент. Есть! Неужели пройду? Неужели? Пихуй. Главное не умереть. Никуда. И хуй. На тоненького. Очень на тоненького. Обрез. Срез, обрез. Где выход? Дайте мне выиграть! Говно! Где конец? Все, ладно, давайте просто доедем. Все, просто доехать бы и не париться. Я что-то вообще не понял. Вы бы видели первую карту, реально. Там была миссис Пав. У нее было так легко. Ладно, тут надо очень хорошо знать карту. Были бы какие-нибудь подсказки в виде, ну, вот, вкусняшек там. Типа, о, где вкусняшки, туда и надо. Ну, блядь! Я хочу попасть на этот трамплин все-таки. Возможно, он прям, ну, сильно бустит. Вот этот как будто нифига не бустит. Где буст? Лицо еще чешется. Погнали. О, да. Что-то я сейчас угарнуть хотел. Так, я видел. Блин, и что этот шар сделает? Просто уберет все эти препятствия. Это обрез? Это срез-обрез? Это обрез, реально? Так, носок. Так, я там видел, кстати, еще один носок. Так, погоди. Подожди, это нифига не обрез. Или обрез, подожди. Нифига, какой обрез. Так нам надо туда. О, все, я теперь знаю, как пройти это. Наверное. Вот тут капец. В какую куда сторону лететь? Так, ну сейчас я как будто очень быстро доехал до конца. Дрифт. Оу, е. Спасибо, чекпоинт. Так, первым делом. Оу. Первым делом мы сбиваем тут все. Вторым делом мы сбиваем вот тут.
just met the Sponginator. I feel like a new sponge. Есть. I feel like a new sponge. Ура! Спасибо. Оу-е! 49! Блин, я сейчас могу 50 добить, реально. Если получится. Там, ну, там обход, прям обход. Го! Го, Ларри. Все, я знаю теперь все. Все обходные пути. Не, ну, тот шар, это какая-то имба реально лютая. Так, теперь сюда. Все, доезжаем до того шара. Попадаем. Попадаем. Мне кажется, он... А, там был чел. Вы видели, там был челик какой-то. Все, главное не промазать. Попасть в дырку. Не врезайся ни во что. Найса. Все, теперь главное просто четко, ровно лететь во все эти штуки. Ничего страшного, Спанч Боб, потерпишь. Все мы терпели. Так, давай сюда. Блять, какой из этих проходов быстрее? Плиз! Финиш! Быстрее, где ты? Найс. Не, ну... Я считаю, это красиво было. Давай, гони сюда лопатку, Ларри. Get 50 golden spitless. Соси, говнарь. На тебе, блин. Сюда. Фу. Не, ну, было, конечно, жестко. Так, куда дальше? 1, 2, 3. Что получается? Все. А, вон там наверху еще что-то есть. Мяу. Привет, Герри. Так, надо как-то попасть наверх. А как мне это сделать? Такое чувство, как будто можно за Сэнди. Так, я вижу вон там лопатку. Что надо делать? Я вроде все сделал. Сейчас попробуем. Ага, опа. Там должна быть тарзанка. Вон она. Вижу. Так, ладно, может... Этот мне что-нибудь скажет? Слава Нептуну, ты справился. Наконец-то я могу достать инвентарь и спокойно покататься на лыжах. Вообще-то мне кажется, что Патрик одолжил твой инвентарь. Что? Ты ему разрешил? Я подумал, что если ты не узнаешь, что не будешь против. Снова. Не буду против. Разумеется, я против. Это все на всего самый дорогой лыжный инвентарь на свете. И что вообще Патрик собирается с ним делать? Даже на лыжах кататься не умеет. Так хочется тепла. И чё? Так, ну тут... А, ну, в принципе, я эти лопатки вижу. Так, теперь надо додуматься, как туда залезть. Так, ну, я вижу там лопатку. Вижу, да, вижу.
Так я как-то должен запрыгнуть туда. Может, надо за Сэнди все-таки? А, вот. Ну, да, 100%. Мне кажется, 100%. Так, песики, идите отсюда. Ну, как бы не просто так нам дают поменяться персонажами. Мне почему-то кажется, что 100% это Сэнди. Не говори, но здесь наверняка найдется путь наверх. Так. Путь наверх. Очень полезно, наверное. И как я должен это сделать? Лечу. О, чёрт. Ну, писечки ж не хватило, вы чё? Нельзя так делать. Ладно, вот так можно сделать. И вот так можно сделать. Гавабанга. Так, туда. Было близко. Было близко не получить. Ну. Так, это найс. И тогда летим туда. Обязательно здесь покупаем какую-то хренотень. Так, что это? Нажмите... А, тут... Привет, Панкнут. О, млекопитающее. Так, окей, млекопитающее. Как я должен сюда за Спанч Боба попасть? А, вон там. О, ладно. Окей, этот проход, не попади сюда, как бы, Сэнди, я бы не нашел. Тогда тут останется одна лопатка. Тише будь. Привет, мой самый любимый и драгоценный друг. Я нашел для тебя еще одну золотую лопатку. Да-да-да, можно мне ее забрать? Ну, конечно, но если упадешь на самом на самое дно этой ямы. Может, есть более безопасный способ? Вечно вы ноете про безопасность. Думаю, ты сможешь прыгнуть туда с тарзанки. Хоти заплатить? Так, ну я уже заплатил. Оп, сюда, реки. Так, и чё, останется одна лопатка, которая у пузыря. Продолжай трудиться, всем во благо, приятель. Не забудь помочь мне с помойным ведром. Я хочу еще раз на второй пройти. Блин, ну я везде так хорошо прошел, и чё, не пройду что ли на второй? Ну там реально сложно, блин. Не так очевидно и понятно. Погнали. Чё? Надо искать где-то обходные пути, смотреть по сторонам. Куда можем мы прыгнуть так, чтобы сократить. Бля, туда можно точно прыгнуть.
Туда можно прыгнуть, если по... ну, если получится, будет прям вообще заебомба. Сейчас буду искать. Здравствуй. Здравствуй. О, о. Туда. Туда, спанч. Так, окей. В этом моменте можно прилично так... Фу, у меня аж очко сжалось. Как оно это сделало, страшно. Так, если там можно срезать, где-то можно еще срезать. Ну, погнали. Ищем по сторонам. Нет, 30 секунд мне сейчас не хватит, стоп-роц. Тем более я там врезался. По-моему, 30 секунд тут не хватит. Восемь. Семь. Вау! Как же он хорош, реально. Невероятно просто. Лучший в мире. Все, я карту зачистил. Целую карту зачистил, нифига себе. Ну, лопаточную. Лопаточная карта зачищена. Че, реально? Вообще прикол. Так, тут еще нет. Так, а что у нас получается? Бам-бам-бам. Посейдон. Тут был. Тут одна лопатка. Только тут вообще не возвращение с ракетным пузырем. С ракетным... У меня нет, наверное, ракетного пузыря. Тут я не был. А тут еще, кстати... Осталось-то немного, по идее. Тут... О, тут все, кстати, тоже зачистил. Получается, что? Песочная гора, Чамбакет и потом сон губки Боба. Все? Все, все, все? Так это мало. Так, все, точно, да? Я тут все забрал. Все, валим тогда... сюда. Так, надо проверить. Так, ну да, как я и думал, я проверил... я просто забыл посмотреть, во сколько я начал записывать, и проверил, сколько идет видео. Видео идет 34 минуты, а это значит, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите на Boosty. Увидимся в следующей серии. Следующую серию можно сделать побольше. Ну, я подумаю, короче. Все, всем ББ, ГГДД. Все, целую вас.